Горилла против льва. Сможет ли горилла одолеть царя зверей в схватке? Горилла массивна и всем своим видом внушает опасения. Да и вообще горилла считается одним из сильнейших животных на планете. По-своему это африканский медведь. Крупные приматы способны поднимать тяжести в 10 раз больше своего веса. И это действительно заслуживает уважения. С другой стороны, африканским львом на протяжении всей истории восхищались как символом мужества и силы. У царя зверей мощное тело, и это заметно невооруженным взглядом. По количеству мускул в семействе кошачьих они уступают только тиграм. Взрослые самцы гориллы вырастают до 170 см в высоту и весят в среднем 150-160 кг. Некоторые особи могут весить около 200 кг. Самец африканского льва, в свою очередь, может весить от 180 до 220 кг. Длина его тела без хвоста составляет около 2-2,5 метров. В неволе самый большой африканский лев по кличке Симба, который жил в английском зоопарке, весил 375 кг. Львы и гориллы живут в разных местах. Львы предпочитают саванны и открытые луга, на которых пасутся травоядные. Гориллы скрываются от любопытных взглядов в густых лесах. Поэтому нашим сегодняшним соперникам не приходится встречаться друг с другом. И, наверное, оно и к лучшему. Но раньше все же такие встречи могли быть. Ведь когда-то львы бродили по большей части Африки, были даже в Европе, но благодаря человеку они потеряли свой исторический ареал. Считается, что у гориллы более сильные челюсти, чем у льва, хотя это довольно спорное утверждение. Но даже если это действительно так, то особого преимущества в бою со львом это ей не даст. Горилла, в отличие от льва, не обладает навыками охотника. Если обезьяна и попытается сделать укус, то густая грива будет защищать льва от серьезных травм. Не нужно забывать и о том, что у льва имеются острые когти, тогда как у горилл только ногти, от которых нет никакого толку. По скорости и ловкости горилла тоже уступает льву. Единственное, в чем горилла превосходит льва, это уровень интеллекта. Гориллы действительно очень умны и сообразительны. Но разве в животном мире ум может представлять угрозу для силы, а тем более силы льва, который в одиночку способен завалить буйвола? Конечно, я согласен, что гориллы тоже сильны и, как я уже говорил, очень умны. Но все же они не сильнее льва. Даже если бы и были, то у них нулевая защита против когтей и зубов большой кошки, а интеллект не имеет особого значения, если на вас прыгнет голодный лев. Подводя итоги, могу сказать следующее. Кинг-Конг может быть королем в фильмах, но в реальном мире на протяжении тысячелетий лев всегда был известен как царь зверей. И этим все сказано.